Твери проходят Дни культуры Финляндии. Большой концерт «Дружбы без границ» прошел на сцене ДК «Пролетарка». Подробности у нашего корреспондента Натальи Чекит. В этом году празднование Дней культуры Финляндии в Твери посвящены сразу двум знаменательным датам. Это 20-летие Финского национального культурного центра и 65-летию побратимских отношений городов Тверь и Хемин-Лина. Для нас огромная честь принимать участие в международном проекте, российско-финском проекте. Дружба между нашими государствами, она ознаменована не одним десятилетием. И те 65 лет за спиной дружбы между городами-побратимами, о которых Александр Иванович расскажет чуть полнее, говорят только об одном, что у нас огромное прошлое, очень сильное настоящее и славное будущее. В ДК «Пролетарка» с 2003 года работает единственный в ЦФО народный финский семейный вокальный ансамбль «Сатинкари». Здесь изучают традиции, язык, песни и музыкальную культуру Финляндии. Нашему ансамблю исполнилось совсем недавно 15 лет. Мы много гастролируем, много выступаем. И что приятно, публика принимает финский язык, наша тверская публика, не только тверская, российская, принимает очень хорошо, потому что песни у нас в основном заводные, веселые, польки, енки, руллу мы поем у нас в репертуаре. На концерте ансамбль исполнил не только уже известный репертуар, но и совместные композиции с финскими студентами, которые учатся на кафедре русский язык как иностранный Тверского госуниверситета. Также на тверской сцене впервые выступил инструментальный коллектив из города Форса, играющий мир. Композитор Весса Хиуканин объединил известных в Финляндии и за ее пределами музыкантов в свой ансамбль. Один исполнитель в коллективе – лауреат премии Грэмми. Контрабасист Карлос Дель Пуэрто, он лауреат премии Грэмми. Много лет назад, около 20-25 лет, его коллектив выиграл премию «Лучший джазовый исполнитель года». Кроме этого, он дважды номинирован на разные премии. Мы очень много с ним сотрудничали. Сейчас он живет в Финляндии. Инициаторами мероприятия выступила региональная общественная организация «Финский национальный культурный центр» при поддержке Содружества национальных объединений.